Всем привет! Очередной обзор вкуса изолята протеина от производителя BioTech USA. Базовая серия Изовой Zero. Вкус шоколад. Так, по белку все как обычно. 21 грамм белка на эту порцию в 25 грамм. И 84 грамма на 100 грамм продукта получается. Так, рекомендации по употреблению. Смешать одну порцию 25 грамм с 200 мл воды и тщательно перемешать в шейкере. Принимать в течение 3-4 недель. А затем сделать перерыв минимум на 2 недели. Так, все. Так, пены почти нет по запаху. Ну, запах, да, какао обычного. Даже шоколад вроде как чувствуется отдаленно. По вкусу, кстати, ничего. Не сильно сладкий, так умеренно. При этом, ну, такой прям шоколад, как... горячий шоколад в кофейнях, вот что-то типа того получается. И, ну и отдаленно, если больше чуть разбавить водой, то будет напоминать какао обычное. Неплохой вкус, нет послевкусия. Обычный шоколадный вкус без привкуса химозности какой-то и дешевизны какой-то. Вот такой обзор быстрый. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал и до свидания.